вообще не из местных, но со всеми в тесных. Какое сегодня число? 20 ноября. Через 2 дня будем заходить в порт на погрузочку. Но Николаевич говорит, дождь идет, не будем мы никуда заходить. Сегодня играем в тревоги. Yes, no need seat. No. Yeah. А нельзя закрывать приколярную тревогу. Ты там спишь, как проверят? Так, может, хоть вынесут. Ну, вне эти, конечно. Я думал, сигнал будет. Я ждал сигнала. Ну как, аларм. А? Извинить нельзя на рейде. Мы же, блядь, здесь 10 минут стоим. Ну извините, я кофе пил.
recording? Yes. Yes? Recording. Yes. What? Vida, vida. Kira, always. Always Coca-Cola. Pressure. Okay, okay. Чуть-чуть нормально. Ты что хотел? Профессионалы работают. Ну что, что дипломы у нас просто так. Значит, общесудовая тревога не объявлялась, так как на рейде шуметь нельзя, поэтому тихонько в 10:30 вышли на палубу, смайнали до воды Life Rifle Bot, проверили все стопора, крепления, все работает, все смазано, все отлично. Дальше спустились на Rescue Bot, спустили ее до воды, подняли, тоже все отлично работает. Сейчас, короче, уже будем отдыхать до понедельника. Будем монтировать видосики, смотреть фильмы. Так что следующее видео уже будет заход в порт Паранагуа.